Друзья, всем привет! С вами команда Barlines. Специально для вас делаем спецвыпуск. Сейчас мы находимся в городе Днепр в автосалоне Land Rover и Jaguar. Специально для вас мы делаем очень качественный, крутой контент. Команда Barlines вместе с Simple Media Production. Что мы для вас приготовили? А вот смотрите. Ребята, команда Barlines, какие это машина, остается в тени. Но когда придет время, мы снимем занавеску. Итак, ребята, привет! С вами команда Barlines. Сегодня мы представляем вам вот такой ягуарчик E-Pace. Сейчас мы его немного рассмотрим, посмотрим, что это за корыца, на которой можно передвигаться по нашим очень хорошим дорогам. Итак, давайте посмотрим. Видно дизайн машины, очень, так бы сказать, практичный дизайн, очень хороший, видно, очень постарались. Думаю, катки на нем офигенные, и на мою семерочку они станут просто очень хорошо. Итак, фары. Фары мы смотрим, они очень практичные, они очень яркие. Мы видим с огромными вырезами, видим хорошую решетку радиатора. Я думаю, мы немного раскроем все тайны после того, как мы снимем занавесочку с этой машинки и посмотрим, когда он сможет тягаться с моей семерочкой. О, скоро выступать. Надо реквизит готовить. Да. Это, ну иди сюда. Все, все. Виталь, ты готов? Готов, ты размялся? Размялся. Трошки, погоди.